Мы с вами находимся в кабинетной зоне. Перед нами изящный столик, столешница обтянута натуральной кожей. Фактура дерева сохранена натуральная, то есть он такой очень изящный, элегантный. Стульчик тоже компании «Парада». И у столика несколько таких функциональных опций. Если на столе стоит настольная лампа или какой-то компьютер, предмет, который требует включения в розетку, чтобы не было с таких вот неэстетичных проводов, здесь специально предусмотрены вот такие резервуары, куда можно комфортно провести провод, включить его в розетку, и ваш прибор будет работать, но при этом вся вот техническая часть этих проводов будет скрыта, и будет, ну, такое ничего лишнего на столе, изящный лаконичный стол. В этом кабинете главное настроение задают обои компании Wall Deco. Это такая современная итальянская компания, у которой большой выбор рисунков, принтов, всевозможных геометрических, современных. В данном случае мы выбрали рисунок. Это фотография с фрески старинного особняка. И она создает иллюзию декорации, что мы находимся в стенах старого особняка, где уже время само отфактурило этот рисунок. Все дефекты, нанесенные этим временем, царапины, пятна, разводы, они превратились уже в такую вот благородную патину и полустертый рисунок. Все это смотрится очень богато, и все эти золотистые, такие теплые оттенки, они очень обогащают этот кабинет. У меня за спиной находится стенка немецкой компании Hulst, которую можно также использовать по-разному. Она может размещаться и в кабинете, может размещаться и в гостиной. Здесь достаточно большое количество таких внутренних шкафов. Есть функция подсветки, то есть в этой витринке можно разместить какие-то раритетные вещи из вашей коллекции, какой-то красивый фарфор и открывающиеся вот такие шкафы вместительные, куда можно расположить архив, какую-то технику. Вот, все это очень функционально, лаконично и удобно в применении. Передо мной находится диван-трансформер компании Rolf Benz. В данном случае он обтянут очень практичной такой вот тканью, имитирующей рогожку. На контрасте с этой тканью смотрятся изящные бархатные подушки такого зелено-мятного цвета. И этот диван, он имеет очень много функций, опций. Его можно трансформировать в зависимости от назначения. Он может быть строгим, совершенно элегантным, геометричным. И если, например, он стоит в гостиной, и, допустим, вы принимаете друзей. Если вам нужно комфортно расположиться, смотреть какой-то фильм, его можно трансформировать в лежанки, кушетки, удобные подголовники. Такой многофункциональный современный диван компании Rolf Benz. Компания Wall Deco предлагает большой выбор всевозможных принтов, сюжетов, которые вы можете подобрать и выгодно использовать в своем интерьере. Это могут быть совершенно нестандартные прочтения, и современные технологии позволяют печатать вам не просто метражом обои, а вы конкретно даете размеры и замеры своей комнаты, развертку стен, и компания печатает уже под ваш интерьер нужное вам количество, то есть выпадов практически не остается. Вот в данном случае мы открыли страницу, это такая детская с классической клеточкой, мальчуковая детская, и такая вот большая геометричная клетка, и как бы от руки акварелью нарисованный медведь. Вот. Здесь мы видим всевозможные опции, что эта клетка может быть двух оттенков, голубая, розовая. Размеры рисунка может тоже варьироваться. Могут быть стены просто из клетки без рисунка. То есть можно одну стену сделать акцентной с мишкой, со шрифтом, а остальные стены сделать просто лаконичными в клеточку. Вот мы видим панно, сделанное, составленное из старинных штампов на конвертах, то есть такой состаренный эффект, и тоже в двух цветах. Может быть
цвет такого старинного картона и на нем черный рисунок, или наоборот, черный фон и светло-бежевый рисунок. Старинные карты, может быть, черно-белый вариант или такой вот бежево-состаренный вариант. Это более такое смелое решение. Кусочки фрагментов сфотографированы, такие вот салфеточки изделия, вязанные крючком. И это такая макросъемка, на которой видна вся фактура этих салфеточек. То есть это такое достаточно живописное, получается живописное, яркое, очень жизнерадостное панно. В данном случае мы видим фотографию какого-то очень состаренного деревянного забора из натурального дерева, уже с такой красиво потрескавшейся краской, проступает структура самой древесины. И это очень реалистичный принт, то есть, сделав такое панно, нанеся его на стены, будет создаваться полная иллюзия, что ваши стены декорированы вот такими старинными фактурными досками. Здесь может тоже быть два цвета этого принта, вот в холодных таких синеватых оттенках и вот в тепло-бело-кремовом цвете. Это уже более смелое решение, когда современный лаконичный такой хай-течный интерьер и на всю стену просто вот фотография белого такого крыла. Но опять-таки дизайнеры компании Old Deco предлагают несколько вариантов. Вот вторая опция – это глухой черный фон и на нем как рентгеновский снимок вот фотография этого крыла. То есть вы можете вот с помощью этой компании воплотить любые фантазии в жизнь и создать вот свой индивидуальный, не растиражированный, ни на кого не похожий интерьер.